станке установлено 4 оси. Дубликатные оси. Вот так вот он у нас выглядит. Режем мы вот. Розетка 1. И вот у нас розетка 2. Парно режет станок. Где заготовки? На станке снимается еще МДФ стол. Он откручивается и ставятся вот такие вот четвертые координаты. Вот у нас первая, вторая и задняя бабка. Ну, собственно, так вот выглядит он. Так, вот мы дорезали на станке. Станок у нас бизнес-старт. Так вот он у нас выглядит. Ну, то, что мы получили. Вот одна розетка. И вот у нас вторая розетка.